В центре Тирасполя сегодня днем произошла авария. Момент столкновения попал на камеру безопасного города на пересечении улиц Карла Маркса и Шевченко. На записи видно, как черный Форд буквально влетает в левый бок Тойоты прямо на перекрестке. От удара Тойоту развернула, иномарка отлетела на газон и врезалась в металлическое ограждение. В момент удара по тротуару шли пешеходы, их не зацепило. Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ установили, что Форд грубо нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора. За рулем находился 70-летний водитель. Пенсионер и его супруга, которые находились в салоне, не пострадали. А вот 50-летнюю женщину-водителя Тойоты с травмами скорая помощь увезла в РКБ. Госавтоинспекция проводит разбирательство.